из канала никуда не уходило, они на YouTube, да, были сконцентрированы. А извне, из Facebook, из Twitter были какие-то точки входа? Ну, то есть специальная страница в социальных сетях или Twitter-аккаунт? Мы хотели добиться единого большого момента, выложив весь контент и не разбивая внимание аудитории. То есть и профайлы, то есть личные истории участников проекта, в данном случае выступали как дополнительный контент для тех, кто заинтересовался историей проекта и хочет узнать о нем больше. Мы не хотели рассеивать внимание. Я занимаюсь продвижением в социальных сетях, в том числе использую YouTube, и ребята очень много говорят о том, как нужно продвигать на YouTube, показывают различные схемы, планы. То есть, в принципе, для меня это довольно интересно, полезно, поэтому я довольна. В целом, основная суть в том, что нужно комбинировать сразу несколько каналов продвижения для получения большего результата. Ну, получается, что все видео, весь контент, он был выложен на канал в одно и то же время. Или пока проект шел, постепенно его как-то релизили для медиа. Вот вы говорите, да, вы говорили про интервью, откуда взялись журналисты, откуда они узнали про проект, если не было релиза. In the beginning we were thinking of launching the different videos. Изначально мы планировали в разное время вывести два видео, но схема радикально поменялась, когда мы решили вывести все видео единовременно на одном лишь канале, на канале Смирнов. И одновременно мы выложили несколько видео, это, соответственно, документальный фильм, музыкальное видео, плюс профайлы, то есть личные истории участников проекта, как трех музыкантов, так и героев, которые помогали, как Джулиан, нейротехник, и Том, звукарь, и сидинг на 13 и 16 неделе, что означает онлайн-базе сидинг? We divided it, because... На самом-то деле сидинг разведен, потому что мы хотели выводить два разных видео. Первое — это музыкальное видео, и то есть это видео, сфокусированное на героях. И когда мы только строили первые схемы, мы думали, что именно им будут больше всего делиться, но об этом мы скажем чуть позже, потом. Ну, полезно разве что только какие-то больше механические вопросы, там, как все это у них планируется, организовывается, что с чем взаимодействует, какие элементы, допустим, какое-то производство там, ролика, там, еще чего-то, рекламной кампании, кто с кем как контактирует. Но в целом по генерации идей там это все в принципе в теории понятно. Оливье, извини, пожалуйста, мы не сможем поздравить тебя с днем рождения. Мы должны уехать в Россию. Надеемся, что тебя это не огорчает. Wait. Okay, on my sign, please. 3, 2, 1, go. У нас в студии сегодня заезжие гости. Это Ниль Зинарт и Тон Шонмакерс, копирайтер и арт-директор агентства Деваль Гийом Модем. Здравствуйте. Вы когда приехали в Екатеринбург и рассказывали про свои работы, про то, как лучше создавать творческие продукты, вы сказали, что, ну, в общем, такие ромашки на довольно сухом бельгийском поле, что в Бельгии, в общем, не сильно с креативом. Как же вы такие фиалочки в этом булыжнике появились? Okay, so this goes back like 20 years ago, when Belgian creative agencies, well, advertising agencies, were actually not successful. Да, все началось 20 лет назад, когда на бельгийском креативном рынке ничего особенно не происходило. На ежегодном Каннском фестивале рекламы бельгийские агентства присутствовали и никогда не получали ни единой награды. Они постоянно жаловались на маленькие бюджеты и никак не планировали их осваивать. Дело было вовсе не в недостатке креативности, потому что, как показывает бельгийская индустрия комиксов и бельгийская модная индустрия, с творческим началом в Бельгии было все хорошо. Дело было в чем-то другом. И порядка 20-16 лет назад было основано агентство Деваль Гийом Модем. Его основали Андре Деваль и Гийом Фондельштихель. Они основали агентство для того, чтобы как раз начать
производить креативную рекламу. Они стали набирать в штат талантливых ребят, готовых работать с маленькими бюджетами и не стесняться бельгийского сюрреалистичного юмора. И с этого момента в Бельгии появилась действительно креативная реклама, и по мере развития агентства часть людей начинала покидать его, уходить в агентство, уже существовавшее на рынке. И таким образом наш опыт стал распространяться по агентствам, таким образом креативный уровень бельгийской рекламы начал довольно резко вырастать. И все стало еще лучше с распространением широкополосного интернета, потому что это дало возможность охватывать гораздо большую аудиторию, пользуясь все так же достаточно небольшими бюджетами. Тим, а еще люди, которые приходили на мастер-классы, сказали, что ну вот приезжают к нам москвичи, они, конечно, меньше денег берут за свои занятия, но вот тут пришли, взяли по 15 тысяч, зато все рассказали. Какие такие тайны вы поведали местным рекламистам, которых ну, здесь не знали? На самом-то деле мы не раскрыли каких-то секретов, мы просто поделились несколькими вещами, которые жизненно важны для нашего агентства. Мы рассказали о мышлении в стиле digital, потому что мы в первую очередь агентство, работающее в сфере digital, и мы поделились несколькими важными для нас ценностями, как понятие героического бренда, бренда героя. Это вещь необычайно важна для Гийома, одного из основателей агентства. И он очень хотел, чтобы больше работников, специалистов индустрии знали о понятии бренда-героя. А чисто технологически вы что-то раскрыли, но я не знаю, местные, может быть, не знали, как лучше свой ролик потом распространить в интернете, а вы им поведали. Да, мы, в принципе, поделились замечаниями на тему сетевых видео. Мы сказали, что вообще механика создания вирусного видео, ее попросту не существует, потому что вирусность — это эффект. В первую очередь важно само видео, так что мы просто поделились важными советами, позволяющими улучшить шансы видео на то, чтобы стать вирусным. Мы представили порядка 5-6 жизненных советов, которые помогают улучшить сценарий, улучшить постановку самого видео. Также рассказали, как действительно лучше распространить видео в сети, такие пара рабочих моментов, плюс поделились такими нюансами, как написание пресс-релиза. Как его лучше формировать, как его писать, то есть такие рабочие нюансы. Были какие-то такие вещи, которые, ну, вот вы не ожидали, что сработают на зрителя, а они оказались, ну, просто вот выстрелили сильнее, чем хотелось, подействовали на смотрящих? Вообще, да, в планах написания сценария для таких видео, в котором участвуют обычные совершенно люди, никакой сториборд сделать невозможно. What we do, of course, is... We describe the idea, the core of the idea, and then we go fill in the idea. И то есть вначале мы придумываем ядро идеи, самую ее суть, потом насыщаем ее событиями, как, например, появление скорой помощи. Это то, что мы прописываем вместе с режиссером, саму эту сцену. So that needs to be very well orchestrated in order to make it work. И безусловно, это нужно очень хорошо организовать, чтобы сцена сработала. Mm-hmm. But then, oh, sorry. Yeah, I just want to say is don't underestimate the time you put into the. Но не стоит недооценивать работу, которая совершалась за кадром. Я знаю ребят, которые занимались сценографией вместе с режиссером-постановщиком, и им потребовалось порядка месяца или даже двух месяцев для того, чтобы сцены были действительно поставлены хорошо и цепляли аудиторию. Ну то есть что сложнее, придумать такое или реализовать? It depends, but sometimes it's really easy to find an idea. It's вообще зависит от ситуации, потому что иногда прекрасная идея приходит в первые 5 минут брейнсторма. Иногда требуется несколько недель для того, чтобы добиться идеи, которая удовлетворит всех. And in terms of execution, of course, that depends on the project as well. Что же касается исполнения и производства, это также зависит от проекта. Просто важные моменты нужно найти. Правильную команду, которая понимает, что делает на площадке, правильную локацию, правильный сеттинг и, безусловно, сделать это все в подходящий момент. И для этого может потребоваться какой-то значительный промежуток времени, чтобы подготовить такой эмбиентный трюк, который мы только что посмотрели.
Ну, сколько вот это готовилось? Сколько вы дублей сделали, прежде чем начали снимать и вот на живых людях это пробовать? Сколько денег на это потратили? Сколько людей участвовало в кадре и за кадром? Yeah, because it is not our personal project. As I said, it's from colleagues from us, so it's a bit difficult to explain this all. Тим говорит, очень сложно посчитать, потому что этот проект вела не наша креативная пара. Как я уже сказал, это были наши коллеги. Но если предположительно... Во-первых, там была креативная пара, которая придумала проект и ведет его. Затем там был режиссер и, соответственно, его команда. Так что это порядка 40-60 человек на площадке. Плюс актеры, которые репетируют свою часть. И Нильс говорит, что, я думаю, было порядка 80-90 человек на площадке. Нильс, вы сказали, что ну вот начали в Бельгии рекламу делать с небольших бюджетов, но это ролик немалобюджетный. Сколько он все-таки стоил? For Belgium, this and compared to a lot of other films you see in Cannes. Да, вообще для Бельгии этот ролик можно считать низкобюджетным. И если сравнивать с бюджетами, которые выделяются крупными брендами, это определенно низкобюджетный ролик. Но если сравнивать с бюджетами, используемыми в Екатеринбурге, скорее всего, это высокобюджетный ролик. Так что, понимаете, все относительно. Ну, сумму все-таки назовите, чтобы мы могли сравнивать. Не могу сказать точно, это очень приблизительная цифра, но производство от момента генерации концепта до завершения съемки и постпродакшена приблизительно 100 тысяч евро. Я хотел бы, чтобы мы показали парня, который ну вот совершенно случайно благодаря вашему ролику прославился. Вы ожидали этого эффекта? Это же сейчас настоящий интернет-мем, хотя человек мимо проходил просто. Вы его, может, вообще на работу должны взять, потому что он сейчас... Вы ему то ли испортили жизнь, то ли наоборот дали будущее. That's a coincidence. Да, это как раз пример случайности, не то, что мы добивались этого эффекта. Так что этот парень только лишь подтверждает вирусность, это лишь эффект. Иногда она случается, даже когда ты ее совсем не хочешь и добиваешься совсем другого. А вы не пытались развивать историю с ним? Ну, я не знаю, позвать его на какую-нибудь фотосессию, потому что раскрученное уже лицо фактически. In Belgium it did not really become such a popular meme. Вообще просто в Бельгии он не стал таким популярным. У него брали интервью несколько газет и несколько ТВ-каналов, но только в тот момент, когда компания «Нажми, чтобы добавить драму» еще только шла. Как только компания закончилась, интерес к нему был потерян. And also, of course, he's in the video, but we did not cast him. It was one of the people who came by and who dared to push the button. Мы не обращались к нему через кастинг-агентство, он был как раз одним из тех, кто просто нажал кнопку, а так как мы, как агентство, предпочитаем работать с реальными людьми, а не актерами, было бы странно позвать его в следующий проект, потому что тогда бы он стал актером, а не совсем обычной публикой.